надежный транспорт газа. В 2021 году завершено строительство трех компрессорных станций – газопровода отвода и ГРС «Ребриха» в Алтайском крае, ГРС «Углегорск» в Амурской области, ГРС «Победа» в Томской области. Введена в эксплуатацию вторая очередь магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». А значит, объемы поставок газа будут расти, причем не в ущерб надежности. В минувшем году на всей протяженности магистрального газопровода «Сила Сибири» проведена внутритрубная диагностика, а общий объем внутритрубной диагностики в компании по сравнению с 2020 годом увеличился на 256%. Рост производственных показателей невозможен без внедрения лучших современных практик, технологий, без передовых научных разработок. И здесь мы в числе лидеров. В 2021 году решением научно-технического совета ПАО «Газпром» коллектив ООО «Газпром Трансгаз Томск» признан лауреатом премии ПАО «Газпром» в области науки и техники за реализованный проект «Разработка цифрового радиорелейного оборудования связи нового поколения и его внедрение на магистральном газопроводе «Сила Сибири». В 2021 году компания стала призером конкурса «Премия ПАО «Газпром» в области качества». Понимая это слово в широком смысле, мы говорим о качестве во всех сферах нашей деятельности. За каждой победой, за каждым успехом стоят профессионалы своего дела. Обеспечить достойные и безопасные условия труда – важная и ответственная задача компании. Поэтому в центре внимания – вопросы охраны труда. Количество наград, полученных филиалами год от года, становится только больше. И мы гордимся успехами нашего коллектива. Развитие – главная цель любой современной компании. «Газпром Трансгаз Томск» ставит перед собой конкретные цели и планомерно к ним движется. Главная цель стратегии развития «Газпром Трансгаз Томск» – стать ведущим высокотехнологичным газотранспортным предприятием ПАО «Газпром». Лидером отрасли. Впереди масштабная, сложная, но интересная работа. Работа, которая коснется каждого сотрудника компании. Мы готовы к этому и создаем лучшие условия для всех, кто в ней трудится. Коллективный договор «Газпром Трансгаз Томск» признан одним из лучших в нефтегазовом комплексе. Это подтверждают итоги конкурса, организованного Общероссийским профессиональным союзом работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. Наш коллективный договор закрепляет права каждого работника и гарантирует весомый социальный пакет работникам, учитывающий производственную специфику каждого из 14 регионов присутствия компании. Лучшие в своем деле. Эффективность – синоним успеха компании. Работать эффективно – значит быть лучшими. Настоящие профессионалы видят, знают и предлагают, как сделать компанию еще лучше. В 2021 году на 10-й научно-практической конференции «Газпром Трансгаз Томск» эксперты в области нефтегазового дела из 15 дочерних обществ ПАО «Газпром» и вузов из 20 регионов России представили почти 200 докладов. Конференция на протяжении многих лет является авторитетной площадкой для конструктивного диалога, творческого поиска, демонстрации передовых идей и технологий газовой отрасли. Научно-практическая конференция – не единственная возможность проявить себя в компании. В 2021 году на 150% перевыполнен план по подаче рационализаторских предложений. Количество рационализаторов и сумма экономического эффекта выросли на четверть по сравнению с прошлым годом. Сегодня «Газпром Трансгаз Томск» — это 26 филиалов, в том числе 20 линейных производственных управлений. Компания обеспечивает надежные поставки газа потребителям в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Расстояния между регионами настолько большие, что когда в Омске начинается рабочий день, в Камчатском ЛПУ он уже заканчивается. Нашей планете необходимо поворачиваться 6 часов, чтобы солнце могло осветить каждый филиал компании. Расстояние в тысячи километров не мешают выстраивать партнерские отношения и с главами территории, по которым проходят газопроводы компании. Мы являемся драйвером развития каждого региона и стержнем региональной политики «Газпрома» на этой огромной территории.
Для эффективного взаимодействия с органами власти мы заключили 14 договоров о сотрудничестве. Инструментом реализации поставленных целей являются наши проекты, которые проводятся под брендом «Газпрома», такие как профориентационный лагерь «Движение на восток», трудоустройство подростков, волонтерство, создание молодежных парламентов и другие. Природный газ – самое чистое ископаемое топливо на планете. Компании, работающие с природным газом и на природном газе, только за это можно смело называть экологически ответственными. А когда на этом предприятии работают и лучшие экологи «Газпрома», компания действительно заботится о природе. Второй год подряд отдел охраны окружающей среды и энергосбережения «Газпром Трансгаз Томск» становится победителем конкурса в номинации «Лучшая экологическая служба» среди 53 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Награда, без сомнений, заслуженная. Только в одной экологической акции «Зеленая весна 2021» приняли участие почти 2500 работников нашего предприятия. За активное участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна» «Газпром Трансгаз Томск» получил награду от фонда имени Вернадского. В 2021 году компания реализовала более 200 проектов по программе благотворительности. Была оказана помощь детским садам, больницам, школам, спортивным клубам. В некоторые регионы мы буквально вдохнули жизнь, перечислив средства на ремонты и благоустройство. В 2021 году общество «Газпром Трансгаз Томск» вновь признано меценатом года в Томске. Филиалы компании регулярно получают награды в различных благотворительных конкурсах во многих регионах Сибири и Дальнего Востока. В достижениях компании в ее результате есть частичка труда каждого работника «Газпром Трансгаз Томск». Командная работа – вот секрет успеха. Вот почему спорт, в котором много зависит от слаженной командной игры, имеет для газовиков огромное значение. В этом году прошла летняя спартакиада «Газпром Трансгаз Томск», собравшая под свои знамена более 600 газовиков из всех филиалов компании. Из-за ограничений спартакиаду провели одновременно в двух городах – в Томске и в Хабаровске. Это гораздо сложнее. Но еще на год оставить своих работников без этого яркого спортивного праздника компания не могла. Показать свои силы и волю к победе в этом году можно было не только на спартакиаде. Работники предприятия приняли участие в десятках соревнований, турнирах и кубках. От лыжных гонок, бокса, легкой атлетики до кроссфита и подводного плавания. И некоторые из них достигли поистине мировых вершин. Характер человека определяет его достижения. Целеустремленные и волевые люди способны добиться любых высот. Поэтому каждый работник «Газпром Трансгаз Томск» заряжен на развитие и успех.